вывезти. А тут такой подъезд убитый. Вчера еще этого не было. А сегодня уже стены зашпаклеваны. Вот. Утро начиналось с того, что прям была розовая полоска. Я думала, что смогу солнышко снять сегодня. Нет. Опять все затянуло. Ну, на улице не холодно. Здравствуйте, мои дорогие. Это я выползла на улицу. 4 дня проболела. А сегодня уже, думаю, нет, надо по делам съездить. Да, пасмурно сегодня. Вот приехала я на Морскую. Ой, сколько с этим местом связанным мурманским. И жили мы здесь недалеко. И как-то и друзья тут были. И работала я тут в офисе на Морской. Теперь так мотаюсь по магазинам. Ну, какие шляпы клевые, плетеные. Ну вот эту, вот эти цвету я убрать, да и все. Да я все прожару в Крыму. Хочу посмотреть, что тут есть, чего нет у нас в магазине. Уже пошла летняя тема, ну, весенняя. Фонарики на батареях, на солнечных. Удобрения. Всякие колышки, подвязки. Да, это очень мурманский актуально. Такие украшения на грядке и прочее. Контейнер садовый, складной. Тут хорошая. Это вот на стену вешается и шланг накручивается. Хорошая тоже вещь. Так. Так, ну это опять рамочки. Часы. Хотела я взять вот такие часы, затонировать их.
сделать под лофт. Но куда мне их? Ну. Пазлы. Так, ну игрушки мне не очень. Зашли в фикс прайс. Вот представляете, даже какая штука есть. Арбуз резать. Шпроты надо взять. Мне нравятся вот эти шпроты. Так, и еще что-то я хочу попить чего-нибудь. Зеленых. Тоже нужное дело. Да. Вот так, мои золотые, только я так могу поехать, не проверив камеру. В результате ничего не сняла. Вот, ну ладно, вот что я купила. Конфеты. Ореховое царство. 55 рублей. В фикс-прайсе. Шоколадку 55 рублей. Батарейки другие, большие, которые тоже 55 рублей. Губки. Вот такие большие. Я не люблю маленькие губки. Они у меня то ли руки такие, они мне... В руке теряются. Люблю большие. Коробочку еще под свое все барахло. Мне без них никак. У меня его все больше и больше. И вот такую большую коробочку для шашлыка, но крышечкой. Вот. Так что мои золотые. Фикс прайс — это фикс прайс.